Всего на соискание премии «Алтын Сапа» и «Парыс» подали заявки больше 200 участников, в их числе руднинская компания «Медидес», которая из маленького предприятия за 10 лет превратилась в ведущего казахстанского производителя дезинфицирующих и моющих средств. Тимур Сапар продолжит. Компания «Медидес» на рынке работает уже 10 лет, специализируется на инфекционной безопасности. Дезинфицирующими средствами обеспечивает не только медучреждения Казахстана, но и экспортирует товар в Российскую Федерацию и Кыргызстан. Начинали свой путь, говорит директор завода Алия Кайрахбаева, с 3 человек. Сегодня в штате уже 50. За эти годы в компании создали широкую дилерскую сеть в Казахстане и России. Сегодня в столице глава предприятия получила президентскую премию «Алтын Сапа». «Медидес» компаниясы. Ортаға кәсіпорын директора Кайрақбаева Алия Мамутқызын шақырамыз. В России вообще наша продукция ставится от близлежащих регионов. Это Екатеринбург, Челябинск, естественно, Москва, Санкт-Петербург до Чукотки. «Алтын Сапа». Награда очень нелегкая такая, очень серьезная, которая показывает высокий уровень предприятия. Сегодня ведущий казахстанский производитель дезинфицирующих и моющих средств выпускает до 100 тонн продукции в месяц. Производственный комплекс расположен в городе Рудный Кустанайской области. Среди достижений компании называют полный технологический цикл и личную аккредитованную лабораторию. Помимо дезинфицирующих средств, у нас также есть и линейка бытовой химии. Этот год, можно сказать, такой активный очень в этом направлении и в плане выпуска, и в плане продвижения на рынке. Торговая марка «Тактаза». В планах у предприятия в ближайшие годы расширить производство, а также нарастить объемы товаров и увеличить экспорт. Тимур Сапар, Жандос Битабаров, 24 KZ.